Уже Момушеву 14. Обрушение наружной обшивки. Каменная вата в утеплитель раскрошилась. И ночью 3:30 выдавила сайдинги. На 7-м этаже окна повело. Кирпичи ломаные. Деформационный шов полный. Сам он. Вата рассыпалась вот до сюда. Вот такие пластмассовые зонтики. Никак не удержат. Все. Теперь ожидается обрушение между 8-м и 9-м этажом, 5-й и 6-й подъезд. Ждем.